слушайте, вот опять, вот тоже про евреев. Вы послушайте, это помесь коми-пермянских плясовых Мюнатена и Кости Беляева «Кругом одни евреи». Что будет, если соединить эти две, так сказать, фольклорных композиции? Припев очень простой, я его с коми-пермянской взял пластинки, они пели так, что я не понял, но похоже было по созвучию просто. А, Нью-Йорк, Нью-Йорк, а, Нью-Йорк, Нью-Йорк, что-то похоже. Нью-Йорк, Нью-Йорк, а, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Вы послушайте скорее, я скажу вам, кто еврей. А, Нью-Йорк, Нью-Йорк, а, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Евреи тут, евреи там, кто не русский, то араб. А, Нью-Йорк, Нью-Йорк, а, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Иван Иванович Иванов, еврей, когда убил штанов. А, Нью-Йорк, Нью-Йорк, а, Нью-Йорк, Нью-Йорк. И кассирша тетя Клава тоже отказал хава. Нью-Йорк, Нью-Йорк, а, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Поэт писал, что воробей чистокровнейший еврей. А, Нью-Йорк, Нью-Йорк, а, Нью-Йорк, Нью-Йорк. И певичка канарейка, хоть и птичка, но еврейка. А, Нью-Йорк, Нью-Йорк, а, Нью-Йорк, Нью-Йорк. И Новикенко, Слава, пляс, два еврея нахуй пляс. А, Нью-Йорк, Нью-Йорк, а, Нью-Йорк, Нью-Йорк. И Зиновий Компанеец тоже, в принципе, еврей. А, Нью-Йорк, Нью-Йорк, а, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Слушал я батьё Мирей, понял, что она еврей. Нас приветствует русский голос. Это Пайк, он живет в историческом Кони-Айленде и поет для нас